Эй, снова всем привет, мои дорогие, любимые подписчики и гости моего канала. С вами снова канал Мария Мой Мир, и я Мария. И на очереди у нас опять мобильная игра «Младенчик в желтом». Вышло, насколько я поняла, очередное обновление. Называется она что-то вроде «Сказки на ночь», «Bedtime Stories». Но, ребят, я толком пока не знаю, что там будет. Я видела в интернете уже на ютубе обзоры на прохождение этой новой версии, но я ничего не смотрела. То есть я видела, но не смотрела. Поэтому, ребят, я не знаю, что тут будет. Толком не знаю. И да, ребят, я наконец-то снова записываю видео. Я после, скажем так, очень долгого времени, насколько, если вы помните, последний раз я снимала мобильную игру Poppy Playtime. То есть перед своим днем рождения. И помните, я, как говорится, наговорила вот себе, можно сказать. Я сказала, что, возможно, если все будет хорошо, я сниму компьютерную версию этой игры Poppy Playtime. Ну, если ничего не случится, типа, не произойдет какой-нибудь форс-мажор. А форс-мажор, ребята, случился. Получилось так, что у меня начались большие проблемы с компьютером. То есть, он у меня и так-то как-то работал, ну, глючил. То интернет там начал срываться, то со звуком что-то, то программы не шли, то, ну, короче, ну, как бы понятно. Ну, это понятно. Но произошло, ребята, однажды вообще уже, как говорится, вот, по-моему, как раз перед самым днем рождения, вот как раз, если я ничего не путаю, произошло. У меня получилось так, что я утром включила его, ноутбук, и сначала вроде это все шло хорошо, работало нормально. Но потом мне надо было уходить, ну, до вечера. Я его поставила, разумеется, ну, не в спящий режим, я его вообще выключила, чтобы он не горел, зря не стоял. И прежде чем выключить, там были нужны, короче, обновления. То есть мне сначала выскочило, что, мол, вашему ноутбуку нужны обновления, что обновить сейчас или подождать. Но я нажала, как говорится, напомнить позже, а потом стала выключать. И там был выбор, то есть перезагрузить и обновить, или обновить и завершить работу. Но я нажала, типа, обновить и завершить работу. То есть обновления прошли. И компьютер у меня как бы выключился. Ну и ладно, подумала, ушла я, как говорится, со спокойной душой. Потом вечером прихожу, включаю его снова. И бац! То есть он у меня включаться отказывается. Я, как говорится, ну испугалась, думаю, что такое? У меня просто висит загрузочный экран. Я взяла, оборвала питание, у меня же, ну, в ноутбуке нету батареи. И я просто думала, ну, может, завис, может быть, сейчас получится. Но нет, ребят, как говорится, стало еще хуже. Выскочила, у вас проблемы с ПК, ноутбуку требуется восстановление. Ну, я подумала, господи, что такое? Ну, ладно, я его восстановила. Восстановила, и получилось так, что у меня файлы-то все, какие были на ноутбуке, остались. Там с учебой, там документы, что еще? Картинки там, вот, поделок, видео вот эти, которые у меня остались, прохождения неудаленные. Это все осталось, но вот все игры, все приложения, все слетело, то есть все программы, вот программа для записи, игры все, понятное дело, и даже эти, выход в интернет, браузеры. Ну ладно, ребят, я, как говорится, воспользовалась случаем, я сохранила, ну, с компьютера все, что было важное, ценное, те же учебные, там, курсовую работу, все такое, воспользовалась случаем, ну и думала, ладно, восстановила, может, проблем больше не будет. И как бы даже скачала заново нужные программы, даже эти кое-какие. Ну, игры не стало уж, как говорится, потом подумала. Скачала, ну, то, что нужно было, там, браузер и все такое. Но, ребят, а нет, вот хорошо успела. И получилось так, что на следующий день я ноутбук включила, повторилось все то же самое. Проблема с ПК, как говорится, ошибка и все такое. Ну, ребят, как говорится, что делать? Связалась я с человеком, с одним, со знакомым, вот. И он сказал, что это все. Это, типа, у меня операционка накрылась. Оно, типа, так и будет. Хоть, как говорится, ты завосстанавливайся. То есть ты будешь восстанавливать, а он так, ну, и будет у тебя слетать постоянно. Поэтому, ребят, ну, пришлось мне ноутбук, скажем так, отдавать на некоторое время, чтобы, ну, поменять операционку. Но теперь, ребят, была у меня операционка Windows 8, теперь у меня Windows 10. Как бы, ну, ребят, такие дела, как говорится, можно сказать, с новой операционкой меня можете поздравить. Да, ребят, ну, как бы вот, ну, немножечко уж решила вам рассказать, просто если вдруг кто-то из вас думает, как бы, что произошло, куда я пропала, почему
ну, новые видео не выходят и все такое. Ну, понятное дело, пришлось все по новой, пришлось игры все заново скачивать, пришлось программы все, в том числе программу для записи и для монтажа заново устанавливать, драйвера заново устанавливать. Ну, зато, как говорится, зато теперь у меня новая операционка. Более новая, более современная. Непривычно, конечно, ребят, сначала было. Привыкла так старой, но... Ну да ладно. Ну да ладно, ребят, все, короче. Видите, я аж запыхалась. Все, короче, все, вступление опять затянулось. Ладно, ребят, я вам свою историю рассказала. Немножко, скажем так, пожалилась. Ну, в общем, ребят, вот так. Давайте, наконец, к игре перейдем. Итак, что мы видим? Мы видим меню, и видите, тут опять-таки есть костюм пчелки, который можно активировать, то есть надеть на малыша. Количество душ, которые надо собрать. И посмотрите-ка, тайны. То есть у нас появилось большее количество, ну, скажем так... Так, извините, ребят, надо отдышаться немножко. Появилось большее количество, ну, чего мы можем открыть. То есть у нас до этого было только большеголовый малыш, ультранизкое разрешение и ящик с игрушками. Но при этом у нас появилась еще и функция черно-белая. Это, я так поняла, картинка черно-белой будет. Появились какие-то шляпки и какой-то дар врача. Что это, ребят, я не знаю. То есть у нас больше душ появилось. То есть до этого у нас было 6 душ, теперь их в 2 раза больше, теперь их 12. Также мы можем выбрать главу. То есть ночь первая, вторая, третья. Пикман выход. Это вот то, что я проходила. Ребят, я пока не знаю, пойдет ли у нас сразу это обновление. Или у нас сначала опять-таки мне придется все по новой пройти. Так, ребят, извините, пришлось ненадолго отвлечься. Надо было на телефонный звонок ответить. Да, ребят, видите, я как бы не оставляла эту игру у себя на устройстве вообще на совсем. Я, то есть, сначала... Я пройду очередное обновление, я ее убираю. Ну, я ж как бы не знала, что еще какие-то будут обновления. Ну, и мне приходится каждый раз заново проходить. Ребят, я не знаю, как будет сейчас. Будет ли сейчас обновление? Или как в случае с белым кроликом, вот последнее, которое видел у меня по этой игре. То есть придется сначала очередную, ну, вернее, саму линию вот эту пройти первые 3 ночи, а потом уже, как говорится, остальное все, я не знаю. Но, ребят, если что, чтобы, ну, не повторяться, я тогда пройду саму игру вне записи, а обновление уже сделаю запись. Также в меню, вы видите, появляется такая мордочка малыша, новая игрушка. Это типа, ребят, рекламка, появилась плюшевая игрушка по этой игре. И она на иностранном сайте, я так понимаю, типа сайт этой игры, разработчиков. Как бы официальная продукция. Я, ребят, потом ее могу показать. Хотя нет, ребят, вы, наверное, и сами ее можете посмотреть. Она такая, ну, простенькая, примитивненькая, я бы сказала. Даже я такую могу сшить. То есть покупать ее, мне кажется, смысла нет вообще. Она очень простенькая. Такая вот примерно, как вот эта мордаха. Ну ладно, ребят, давайте наконец-то уже... Так... Понятно, давайте уже наконец-то начнем играть. Итак, ночь первая, субтитры. Да-да, это мы знаем, нажмите, чтобы начать. Да, ребят, интернет я отключила, чтобы, ну, реклама нас не мучила. Ага, вот, смотрите, сказки на ночь. Что нового? Обновили дом. Для ночи 1-3 добавили новые действия, новые тайные предметы, подарок от врача. То есть все-таки обновилось. Ну, давайте, ребят, тогда играть. Смотрите, реально дом другой совсем. То есть в прошлый раз не было тут каких-то предметов. Так, душа. Ран, беги. Давайте, ребят, сначала дом посмотрим. Кстати, почему у нашего главного героя или героини почему-то нет отражения? Ага, первая большая голова. Прячься. Зачем мне прятаться? Так, ну я пока не буду ничего разблокировать. Потом, ребят, посмотрим. Так, что здесь? Матрасик. Видите, она полностью на русском. То есть... Я знаю, что существовала еще компьютерная версия, и там, ну, было как бы на английском вот эти все надписи и субтитры. А здесь все на русском. Так, здравствуй, малыш, узнаешь меня? Я по тебе скучала. Привет. Ты хороший мой маленький, я по тебе скучала. Ты по мне скучал? Ну, не надо на меня такими глазками удивленными смотреть, будто ты меня впервые видишь. Ты меня уже в который раз должен видеть. Так, посмотрим, можно выйти? Так, выйти можно. Вот тут, я помню, есть проход к этому. К уровню с белым кроликом. А, ну сейчас он, видите, закрыт. Закрыто для обслуживания. То есть оно откроется только после того, как мы 3 ночи пройдем.
Так, ребята, если вы будете какие-то странные, ну, звуки слышать на заднем плане, это типа писк или там еще что-то, вы не обращайте внимания, это у меня животинка тут бегает. Морская свинка, ну, гуляет. Смотрите, ребят, тут как новое, тут какие-то следы появились, голубенькие. Тут кто-то зашел. О! Смотрите, ребят, вот это я помню. Вот это я видела момент. Ну, кадры. Что типа можно тут со стиральной машинкой что-то делать. Так, что еще тут есть? Так, книга. Ключ к тайнам открыть. Ух ты, ключ. Здорово, мы можем сразу использовать ключ. Ого, ребят, смотрите-ка, проход на новую локацию. Так, открыть. Давайте, ребят, постираем белье. Нет, не можем постирать белье, ну ладно. Смотрите, ребят, я насколько помню, что в прошлых обновлениях тут было это. Так, ребят, подождите. Так, я помню, что тут был вроде как проигрыватель, в котором было, ну, рассказ предыдущей няни этого малыша. То есть мы же играем за няню. Так, выдавить лестницу. Выдвинуть, вернее. И вот этого там точно не было. Там было точно, помню, запись, типа. Про то, что какие-то с этим малышом странные вещи. А сейчас видите, как тут расширили? Тут зайти можно. Картины. Какие-то жуткие картины, как будто с Мефистофелем и с чем-то еще. Ну, правильно, малышок же у нас необычный. Комната. Это что, опять какой-то жертвенный алтарь или что это? Хотя нет, жертвенный алтарь был в этом, в обновлении с кроликом. Ближе. Кошечка. Ой, куда это нас затянуло? Смотрите, ребят, мы куда-то попали. Куда попали, неясно, в какую-то параллельную вселенную. Кстати, ребят, вы знаете, что тут души в виде кошечек? И вот тут тоже кошечка. Вот чьи это следы? Это следы этой кошечки. Ой. Приближается черная кошка. Скоро. А, это анонс? Ребят, это анонс. То есть будет в 2022 году. То есть скоро еще одно обновление будет. Вот почему здесь заштрихованы вот эти черные штуки. То есть бумажки, господи. Название забыла. То есть, ребята, это еще не все, это не последнее обновление. Видимо, эта игра так и будет обновляться. Ну, по мере того, на что у разработчиков фантазии хватит. То есть, ясно, то есть, сюда мы пока что не можем никак пройти, это просто рекламка. Это нам пообещали новое. Ну, хорошо, ребят, будем ждать. То есть, как бы, не стоило мне эту игру вообще с телефона-то сносить. С планшета, то есть, ребята, не с телефона. А так мы спрыгнуть не можем. Ну ладно, не можем. Ну хорошо тогда. То есть туда мы пришли только ради вот этого вот. Только чтобы посмотреть на эту кошечку. Вот чьи-то следы, оказывается. Непонятно только, почему они голубые. Типа она в краске извозюкалась. Ну ладно. Давайте еще посмотрим. Давайте комнату малыша посмотрим. Да, тут тоже много чего изменилось. Смотрите, она стала какой-то более радостной, более светлой. Посмотрите, тут появились... Ой, кстати, ребят, смотрите, вот та самый плюшевый малыш. Точно такой же, как в том интернет-магазине. Видели? Видели? Вот точно такой же плюшевый малыш. О, ребят, а вот и реклама нам выскочила. Ну, впрочем, вот и он. Не, ребят, спасибо. Прикольный плюшевый малыш. Может, сошью потом такого. Давайте его в кроватку посадим. Вот так. Это его младший братик появился, братик-близнец. Так, что еще тут есть? Можно уточку взять? Так, кресло есть, мы можем сесть в него? Не можем. Так, появились рисунки. Время сказок еще не пришло. Это мы типа ему сказки будем на ночь читать? Принц и кошка. Смотрите, тут звездочки на стене, прямо как в мультфильме про маленького принца. Видели мультик «Маленький принц»? Так, что тут есть? Король. Ну, это уже было в обновлении вот этого вот. Белого кролика. Так, да выкинь ты короля. Так, что еще есть? Кубик. Так, это что? Так, что написано? Я не вижу. Меловое искусство через века. Интересно. Посмотрите, какие, ребят, плюшевые игрушечки. Кролик, овечка. Ну, точнее, барашек, я бы сказала. И котик. Ой, какой сложный выбор. Ребят, я беру кролика. Это мой кролик.
Он теперь мой. Я его с собой забираю. Прости, малыш, у тебя много игрушек, а у меня ничего. Поэтому я его заберу. Так, я его к себе отнесу, в свою комнату. Вот, на диванчик посажу. Он будет со мной сидеть. Ребят, пишите в комментариях, какую вы бы игрушку выбрали. Да, ребят, мы сюда пришли в игрушки играть. Вы думаете, мы сюда пришли за ребенком следить? Нет, мы пришли играть в игрушки. А эти игрушки я оставлю малышу. Мне кажется, такое ему больше подойдет. Мне кажется, он любит животных с рогами. Ну и вот ему кошка как раз. Он же любит кошек. У него вон души кошачьи собирает непонятно зачем. Ну и как бы вот. Так, что здесь? Преисподняя. Сказка для жутких детей. Так, а это? Как видеть королевские сны? О, можно глобус покрутить. А чё она в таком интересном месте глобус останавливается? Ну вот, я хотела вам Россию на глобусе показать. Ну вот, не получится. Вместо этого нам показали Африку. Ну ладно, Африка тоже хорошо. Так, что такое? А, сейчас, наверное, реклама хотела вылезти. А видите, не получится. Я же интернет отключила, поэтому и реклама тю-тю. Ладно, ребят, я думаю, пора. И видите, у него как раз на двери нарисован баранчик. Я же говорю, этот малыш любит рогатых животных. Поэтому ему овечка будет самое то. Ну, теперь давайте, ребят, уж, наверное, пойдем. Так, а тут заперто. Тут, по идее, спальня родителей. Ну все, ребят, я думаю, достаточно нам экскурсию по дому. Я продолжаю записывать прохождение мобильной игры «Младенчик в желтом». Мне пришлось на некоторое время, ну, сделать перерыв. Но теперь я продолжаю. Итак, мы с вами уже почти осмотрели весь дом. И также, ребят, я заметила, что тут еще есть вот эта, ну, штучка. Я так понимаю, какая-то шкатулка. Видите, у нас есть дар врача, но пока он недоступен. Нам нужен еще 8 душ освободить, чтобы его открыть. Также мы, ребят, не осмотрели кухню. А тут смотрите-ка. Смотрите-ка, тут оказывается тоже есть функционал. Мы можем взять кусочек хлеба. Также у нас есть стопка тарелок. Мы можем взять тарелку. Ой, тарелка разбилась. Так, мы также можем взять яичко. Все, яичка нет. Так, что еще? И можем открыть холодильник. Смотрите, сколько в холодильнике еды образовалось. В прошлый раз у нас в холодильнике была только, ну, еда для ребенка. Только бутылочка. Теперь смотрите, тут есть еда и для нас. А мы можем поесть, ребят? Как думаете? Давайте сделаем себе бутербродик. Так, прости, малыш, ты там потерпи, я сначала собой займусь. Как бы, не будь эгоистом, малыш, мне же тоже надо кушать. Вот. Я положу все, что люблю. Вот колбасочку положу. Так, сырочек положу. Лукчик тоже положу. Ой, колбасочка улетела, ребят, вы видели? А, это ветчина. Ну, какая разница, в принципе. Так, а это что? А, это гриб. Нет, ребят, я грибы такие не люблю. Соленые огурцы. Не, фу, тоже не люблю, гадость. Ну, как бы все, и думаю, мне этого хватит. Давайте вторым кусочком накроем. И что? И как мне это съесть? Я приготовила отличный бутик и даже съесть его не могу. Так, что здесь? Так, тут моющие средства. И какие-то коробки. Так, а яйцо можно положить на бутик? Отлично, теперь он у меня еще и с яйцом. Так. А это можно открыть? Это же, по идее, для хлеба. Так, не, фу, не хочу. Выкидываем это на пол. Так, а если я сюда нажму? Ну ладно. Смотрите, как будто пылесос. Так, тут у нас, ребят, посудка. Ковш? А зачем мы ковш? Мы что, будем ребенка по попе этим ковшом лупить? Я не хочу бить ребенка. Что я, как говорится, этот, что ли? Где там учитель? Ну ладно, допустим. Допустим, мы можем это все брать. Знать бы еще зачем. Ребят, я повторюсь, я пока не видела ни одного видеопрохождения, ну, вот конкретно этой новой версии. То есть я обычно до этого всегда смотрела. Также, смотрите, мы можем взять кружку. О, окошко не разбилось. Ну, давайте кружку поставим куда-нибудь. Ну, положим, да.
То есть предыдущие версии-то я видела прохождение, вот эту конкретно не видела. О, еще мы сюда можем заглянуть. Смотрите, ребят, книжки. Кухня для чайников. Не вижу кухни, не слышу о кухне, не говори о кухне. Съешь своих демонов. Других кулинарных книг не нужно. Том 2. А, типа универсальная какая-то супер книжка. Эх, жалко, нельзя почитать эти книжки. Было бы интересно. Так, что еще? Я, кстати, не помню, что в предыдущих версиях можно было вот это все делать. О, душа. Прячься. Зачем? Не буду я прятаться. Так. Все, больше ничего нет? Да, я помню. Игру-то хорошо так разнообразили. Так, тарелка еще одна. Блин, мы ее разбили. А зачем мы ее тогда брали, если она все равно бьется? Вот какой толк брать эти тарелки и яйца, если они все равно бьются? Ну ладно, ребят, давайте наконец-то уже... Мы и так уже сколько времени, но уходим. Ну, устроила такой экскурс небольшой. Так, тут какая-то бутылка стоит. Небольшую такую экскурсию по дому. Так, это, я так понимаю, свечи. Или что это? А, это не свечи, это банки. Ну ладно. Ладно, ребят, давайте, хорош, как говорится, экскурсии, наверное. Давайте все-таки основным делом займемся. На чем малыша кормить? А там уже, по ходу дела, ну, там разбираться, что можно делать. О, смотрите, ребята, на столе что-то появилось. Смотрите, да тут прям романтический вечер. Это явно две свечки, бутылка и тарелка с фруктиками. У нас будет, короче, романтический ужин с малышом. О-о-о. Да, ребят, разработчики, конечно, постарались. Смотрите, как они дом-то, ну, сколько вещей добавили. Раньше-то тут не было фактически ничего. А тут вон сколько всего. И даже посуда появилась, и еда появилась для нас. Так. Ну да, конечно. Так, малышок. Кто тебя просил от меня убегать? Ну, раз тебе... А что ты вдруг грустным стал? Слушайте, ребята, у меня идея. А можем ли мы покормить малыша еще чем-то? Вот, допустим, можем мы дать ему хлебушек? Ой, ой, ребят. А яичко мы ему можем взять? Дать? Ну-ка. Ой, посмотрите, а хлебушек... А, он его выкинул. Ой, ну ладно, ладно, ну чего? Прости. Вот колбасочка ему должна понравиться. Ну, ветчинка. Ну. Ой. Ой, господи. Неужели мы можем его ударить? Нет, не можем. Малыш, я тебе игрушку новую даю. Давай, малыш, пока твоя мама не видит, я тебя покормлю. Может, она тебе никогда не разрешала давать, но я тебе это дам. А он не хочет. Может, он лук хочет? Ну, наверное, все дети любят лук. Ой, ой, ребята, давайте мы знаем, что сделаем. Мы ему сейчас, знаете что, будем салон красоты, короче, ему откроем. Знаете, вот как делают-то маску для лица? Пум. А он их не хочет. Ну ладно, не хочешь, как хочешь. Яйцо. Будешь еще яйцо? Да ладно, ну не плакай. Ох ты ж, божечки мои. Ребят, мне его жалко. Вон, а ты пойти, посидеть там. Может, там интересно. Я, кстати, помню, что в прошлых версиях можно было его в плиту. Ну, давай. Вот я тебя погрею. Ты, наверное, замерз, поэтому ты такой печальный. Ой. Ух ты. Ой, смотрите, ребенка весело. Ну, вот видите, ребенка родители. Малыш, еды больше. Как бы вот. Я тебе предлагала еду, а ты не хотел. Так, опять это желтая рожа. Ой, смотрите, ребят, тут в этот обычно желтая рожа. Я так поняла, мне даже писали в комментариях, что это типа изображение физиономии малыша. Но теперь там появилась еще и ручка явно. Так. Так, мне надо как-то... Еще я знаю, да, я уже так делала, но я хочу еще. Да, ребят, мы тебя умоем, малыш. Ой, ну он опять грустный. Придется его опять, ребят, развеселить. То есть мы тебя помыли. Теперь давай тебя посушим.
Опа. Смотрите, он разбил посуду. Ну ладно, зато он опять веселый. Мы будем его веселить, ребят. И, кстати, заметьте, он, по-моему, к нам ближе, чем обычно. Потому что раньше он вроде как подальше от нас был. Да, и подгузник явно другой. Там вот эта каемка была другая. А чё у меня уже руки трясутся? Так, уложите. Пошли, малыш. Тебя там, знаешь, что ждет? Тебя там ждет сюрприз большой. Ты, наверное, еще не видел. Да, ребят, я честно вот говорю, я еще раз повторюсь, я еще не видела. Ни... Вот, видели? Ох ты, ребятушки, домовятушки, вы видели? Это что за слендрина там была? Или что это? Малыш, ты знаешь, что это? Божечки ты мой. А может, это няня предыдущая, которая тут была? Которая была до нас? Вот это неожиданно было. Ну, то есть, да, то есть, вот, я не видела ни одного прохождения ни разу, поэтому я не знаю, что тут конкретно нужно делать и что тут можно сделать вообще, в принципе. Ну, ладно, ложись. Ну, а смотри, тебе игрушка. О, смотри, круто, у тебя младший братик есть. Братик твой близнец. Ну, все. Найдите книгу сказок. А, теперь ему надо почитать сказку, конечно. Взять. Теперь надо сесть. Давай почитай ему сказку. Ну-ка, принц и кошка, что за сказка? Обожаю сказки. Итак, в далекой стране за океаном с темными звездами в небе принц спал, но к нему в кровать прыгнула кошка. «Я нашла секретный сад», — сказала она с удовольствием. Они радостно выбежали на улицу, исследователи в ночи. А, то есть наш главный герой все-таки мужчина? Они прошли золотыми вратами, взгляни на прекрасное древо. Они шли красивой мощеной тропой, взгляни на цветы луговые. Они прошли мимо журчащего фонтана, взгляни на танец воды. Взгляни на это. Маленький принц прям. Так. Но принцу сад не понравился, он начал пинать деревья, он погубил цветы и кустарники, оборвал все листья. Он уничтожил его ради забавы, а кошка смотрела в ужасе. «Какую же ошибку я совершила!» — вскричала она. «Не стоило мне его сюда приводить». О. Чего это он вдруг просто так? Ни с того, ни с сего. Ну все. Все, малыш, сказка закончена. Посмотрите, он спит. Вы видели, он спит, он реально спит. То есть, если раньше мы уходили... Все, дождитесь родителей, смотрите телевизор. То есть, если раньше мы уходили, его и уложили, он, по сути, не спал. Он просто сидел с открытыми глазами. А еще, ребят, заметили, какую особенность? Это принц в сказке маленький. Он подозрительно похож на нашего малыша. Он тоже весь в желтом, и у него были такие же большие красные глаза. Уж не он ли это наш малыш? О, опять это лицо. Ну ладно, давайте посидим, возьмем в руки. Давайте кролика нашего в руки возьмем. И давайте с ним будем мультики смотреть. Теперь наша очередь смотреть сказки. Ну а типа мы засыпаем. О, господи. Иду, иду. Да, ты извини, я тут унесла у тебя кролика. Ну, как бы я так долго о тебе заботилась. Заслужила я какой-то подарочек. Ой, ну конечно, как же без этого. Так, смотрите, ребят, тут еще рисунки появились. Рисунок малыша в желтом, который еще и в короне, кстати. И рисунок чумного доктора, куклы. Так, кубик. Кубик выбрасываем. Так, иду, иду. Да иду, иду, не плакай. Иди сюда. Ну почему он опять грустненький? Ну давайте его снова развеселим. Давай его попробуем поймать. Давай прямо в руки ко мне лети. Приди ко мне в объятия, кошка. Катя, а все, души мы, кстати, почти... Да господи, мы его головой... Мы головой его всю посуду разбили. Смотрите, кружек больше нет. Да не плакай, ну. Ну почему? Смотрите, он больше не хочет веселиться. Обычно это был верный... Вот. Вот теперь ему весело.
А, понятно, потому что он головой бился. Не надо его, короче, головой ни обо что бить. То видите, он грустит. Когда мы головой бьем об посуду, он грустит. Ну, пойдем, друг мой сердечный. Ну, боже. Все. Спокойной ночи. Муа! Сказку я тебе читать не буду. Я думаю, ты ее должен был, но уже. Положите в кроватку нужную игрушку. Погодите, а нужную это какую? Видели, у нас было пункт, посмотрите, только что. Положите в кроватку нужную игрушку. А какую нужную? Это вот этого малыша? Или овечку, или кого? Отдыхайте. Ну да. Ой, да ладно, плевать. Мы знаем эту тему. Эту историю, вернее. Так, кролика я забираю. У малыша там и так полно игрушек, а у меня ничего нет. Ой, смотрите, ребят, как здорово. Мы прям с кроликом на руках сидим. Так, загрузка. Следующая ночь, да? Да, ребят, вторая ночь. Да, я уж не буду эти титры читать. И так все ясно, все то же самое. Так. А где малыш? А, вот ты где. Здравствуй. А давай я тебе тоже игрушку принесу. Видели, он сам пришел мультики смотреть. Так, сюда еще нельзя открыть? Пройти? Нет, нельзя, заперто. Так, сюда. Стоп, а почему? Я же открывала. Почему на второй ночи опять тут закрыто стало? Эх, жалко, нельзя ребенка сюда взять. Как говорится, показать ему, что там и как. А, смотрите. Смотрите, та самая запись, которая была в прошлый раз. Вот в прошлый раз на месте этой комнаты здесь была просто, ну, была только вот эта запись. Только в прошлый раз она была непрерывно записана, проигрывалась. А тут, видите, она по кусочкам. Так. Так, все? Нет, еще. Да, короче, идите с нашим... Ну ладно, мы поняли, все. Можно уйти? Да, видите, мы ушли, она выключилась. Давайте ему игрушку принесем. Ладно, ребят, не буду я в этот раз отнимать у него кролика, пусть... Короче, это... Так, надеюсь, сейчас... Нет, не выскочила. Так, давайте теперь ему все положим в кровать, чтобы он себя не чувствовал одиноким. Не буду уж теперь, как говорится, жадничать. Все ему в кровать накидаю. Кстати, ребят, я еще, знаете, что хочу сказать? Что тут в этой игре очень много какого-то символизма, я бы сказала. То есть, видите, тут, во-первых... О, блок, кстати, другой. Видели, в прошлый раз тут был, ну, треугольный, теперь это вот. Теперь тут этот прямоугольник уже. Параллелограмм. Ой, господи, ребят, параллелепипед, во. Так вот, видите, тут, во-первых, очень много желтого цвета. Желтое одеяние малыша, желтые стены, желтые звезды. Много рогатых животных, видите? Вот, например, вот этот барашек, овечка. Также есть, ну, про игрушки я не буду говорить. Есть какая-то связанная что-то, намек на врача. Вот, например, кукла, врач, плюшевая. И еще тут почему-то, ребят, очень много того, что я вот недавно только поняла, что связано с королевским. То есть тут есть, видите, шахматный король, который уже был в предыдущем обновлении с белым кроликом. Есть вот такая бумажная корона. Есть книга, как видеть свои сны, словно король. Вот тут, видите, да, у барашка корона на двери. Вот эта книжка, принц. О, кстати, книжка уже другая, принц и крольчиха. А то раньше была принц и кошка. Кстати, ребят, посмотрите-ка. Я только сейчас опять-таки поняла. Уж извините, что хожу столько раз туда-сюда. Сначала у нас была книга «Принц и кролик». «Принц и кошка». Теперь у нас книга «Принц и кролик».
То есть была принц и кошка, теперь принц и крольчиха. И игрушки у нас кошка, кролик и овечек. А какой же будет третья сказка? Неужели принц и барашек? И овца, вернее. Ну, может быть, ребят, может быть. То есть вот, я говорю, что тут почему-то очень, да, со королевской атрибутикой. То есть, видимо, малыш у нас необычный. Он мало того, что у нас такой, ну, непростой, со сверхъестественными силами, он еще и, видимо, немножко принц. Вот, на, я тебе, малыш, игрушку принесла. Вот, сиди, играй, а я пойду тебе еду, короче, готовить. А как себе-то еду готовить? Я не... Так. Найти бутылку. А где бутылка? Вот такого не было, кстати, в предыдущий раз. Заперто. А в смысле, а как мне выйти? А куда я? А как? Может, бутылка в шкафу? Так. Вот, ребят, я говорю, я уже в который раз повторяюсь. Я не играла, поэтому я... А, вот она. Понятия не имею, что здесь будет дальше. Что здесь можно делать. Вот она где. Она еще и прыгала, видели? О, ишь ты, какой элегантный. Сюда прям сел. На. Пошли. Кстати, ребят, я не знаю, где еще могут быть души. Вот, ребят, реально понятия не имею. И вот даже, ребят, смотрите, у малыша на кофточке есть корона. Ну, вот как на той картинке. Ой. Господи. Подгузник. Поймайте его. Видали? Подгузник-то живой стал. У него появились глаза. Не надо громить. Не надо мою кухню громить. Эй. Эй. А где? А куда я? А куда идти-то? Где он? А, вижу, все. Бежим. Видали? Не было такого раньше, это точно. Раньше он просто прыгал и летал. О, смотрите. А подгузник-то с интеллектом, он даже читать умеет. Так, ну все, хватит. Я, конечно, понимаю, что ты непростой подгузник. Ой, комната родителей поменялась. Раньше тут свет был. А теперь тут и света нету. Ого. Смотрите, его оглушило. При опасности разбить. Все, пошлите, давайте его ребенку отдадим. Пока его, ну, скажем так. Малыш, смотри, какой у тебя необычный подгузник. С глазками, еще и музыкальный. Уложите малыша. Только ты знаешь, что, малыш, ты пока посиди. Так. О, видали? Вы видали, у него глаза стали красными. Так. Ты пока... Тебя, конечно, наказать бы за такие дела. Но я тебя наказывать не буду. Вот, посиди пока мультики посмотри, я тебе разрешаю. А я хочу... Господи, ребят, мне страшно. А я хочу комнату все-таки родителей проверить. Вдруг тут души есть или еще что? Так, есть что? Душа солнца и... Два солнца и странник луны. И странные луны. Интересно. Родители у мальчика, я смотрю, тоже такие. Необычные. Непростые. Не так просты, как кажется. Так, что здесь? О! Смотрите, это же зарисовки того самого принца. О, ящики с игрушками. Половину душ собрали. Смотрите, вот кошечка. Это овечка. Слушайте, ребят, неужели кто-то из родителей малыша написал те самые сказки с книгами? Ну, те самые книжки с сказками, господи, ребят. Ну, про принца, про всяких животных. Смотрите, вон из зарисовки и книги лежат. Так, и смотрите, вот тут какие-то символы на стене. Так, что это? Роберт. Братец, время бежать. Так, это какая-то бутылка. Змеи. Камилла. 38-я неделя Джек Эллиот. Так, нужна сиделка. Так, 3 июня. И вот тут, смотрите, символы. Корона, кошка и глаз. Да, ребят, загадочно, конечно, загадочно. Слушайте, а я вот так думаю, вряд ли тут за последнюю ночь еще души найдутся. Не срочно. При опасности развить. А, то есть сейчас мы не можем это взять. Смотрите, это какая-то волшебная соска для малыша. То есть это, видимо, в крайнем случае нам потребуется. Я вот, знаете, ребят, что думаю? Мне кажется, вряд ли тут на этой уже, в этом доме, за последнюю третью локацию может последние 6 душ появиться.
Что-то мне кажется, что они будут в обновлении, наверное, на двух уровнях с белым кроликом. Потому что, ребят, ну мне кажется, это как-то странно будет, если что три вот эти ночи они поменяли, а последние два уровня остались как бы неизменными, оставили. Ну, ребят, это странно будет. Мне кажется, они поменяли вообще все. Так, коробка. Давайте посмотрим, изменилось что-то? Так, пока ничего. О, тот самое око Саурона, которое уже видели мы. О, смотрите, сколько всего. О, смотрите, поварёшки, кстати, вылетают. Кстати, да, непонятно, почему перевели как ковш, если это поварёшка. Смотрите, ребят, мы вечеринку сейчас устроим. Так, ну хорошо. В принципе, тут особо ничего не изменилось. Добавили только вот эти поварёшки. А, поилка еще появилась. Ну, в принципе... Ой, шарики. Ой, сейчас пошел. Все, лопаем шарики, ребят. Нафиг шарики. Тапок. Да, ребят, тапок. Зачем тапок? Так, кактус. Маленький, голенький. Тапок. Можно малышу тапок дать? О, смотрите, малыш взял тапок. Вот это я понимаю, игрушка для малыша. Какие тут плюшевые, какие эти. Ой, смотрите, можно ему на голову поставить. Прикольно, да? Ну, кто с тобой сейчас так развлекался? Пошли, карапуз. Пойдем спать, все. Повеселились и пошли. Так, надо лишний раз не бить ни обо что. Ну, мало ли, вдруг что. Вдруг он обидится на нас. Все, а теперь ложись. Ой, и давайте, знаете что, на всякий случай ему малыша плюшевого принесем. Ой, а откуда здесь плюшевые врачи? Это я их типа притащила? Все, отпнули их обратно. Так, берем малыша. Так, да уйди ты, око Саурона. Я, кстати, знаю, что вроде как на него смотреть долго нельзя, иначе выскочит вот эта морда, рожа вот эта злая, желтая. Вот, на, бери. Так, теперь книга сказок. Все, время сказок, принц и крольчиха. Ну, поехали. Когда крольчиха пришла в гости, принц сказал, пора играть. Но его большие красные глаза напугали ее, она решила уйти. Маленькая крольчиха бросилась к выходу. Принц побежал за ней и кричал, ее нужно остановить. Он бежал... Эй! Я не успела дочитать сказку. Что такое? Что такое, ребят, произошло? Почему у меня книжка из рук вылетела? Он бежал за ней темными коридорами. Прыг-скок, непрерывный тщетный полет. Бег по кругу, кругами, неведомо где за горизонт. Слушайте, это ж явно наш малыш. В желтом, посмотрите, и глаза большие, и желтое одеяние, и носочки. Только... Принц не мог ее поймать, его сердце наполнилось гневом. Крольчиха проскользнула в дверь и убежала. Принц кричал, мне нужно больше друзей, еще сейчас же новых. Я приведу тебе новых, сказала любящая мама. Господи, мне это око Саурона мешает, видите оно? Стоп, а чего кошка вылетела? Давайте вернем ее. Так, только бы малыша не разбудить. Да пошел ты, глаз. Зря я его выпустила. Все, отдыхайте. Так, вот тут закроем, чтобы оно не это. Не смущало нас. Давайте его почистим. О, дверь. Вот этого тоже не было, чтобы кто-то в дверь позвонил. Так, вы, кто бы ни был, но вы мне сейчас ребенка разбудите. Так, кто? Чё это? Положите коробку на стол. Что это? Чё за спецдоставка? Тостер? Это мне? Я могу делать еду. Погодите, а на который стол? Вот на этот? Наконец-то можно смотреть ТВ. Ребята, нам еду наконец-то можно готовить себе. Вот где мы будем делать себе бутербродики. Да, ребят, не одно, так другое называется. Ребят, я в шоке. Вот я... Не знаю уже, видимо, эти разработчики этой игры. Ой, смотрите, доктора появились плюшевые. Они бегают за мной по... Продолжаем, ребят, третья ночь. Я прям, ребят, уже не знаю. Мне кажется,
Я все думала, что, ну, игра на этом и остановится, ну, когда играла в нее, ну, в первый самый раз, вернее. Но нет, вы посмотрите, разработчики все новое и новое придумают. Я-то думала, будет, ну, какая-то мелочь по типу. Типа новогодние украшения, хэллоуинские украшения. Но нет, вы видели, сначала белый кролик, теперь вот сказки на ночь, потом черное окошко, а что дальше? Я уж не знаю, куда фантазию, ну... Куда уже заведет фантазию разработчиков этой игры? Что еще они придумают? Ну, наверное, что-нибудь да придумают. Ну, успокойся ты. Ну все, давай, не плакай. Погоди, так, уйти и закрыть. А почему он опять грустный? А, вот я же говорила, ребят. Видите? Видите? Принца овца. Ну, прямо как у Антуана де Сент-Экзюпери, маленький принц. Вот я тебе сейчас опять игрушки скидаю. Хочешь, чтобы ты не грустил? Ну вот я же говорю, что эти игрушки тут не просто так стоят. Так, погодите. Ребят, мне показалось, ли у малыша глаза изменились? Мне показалось, что там белые какие-то точки были. Не знаю, может мне показалось, может у меня воображение разыгралось. Вот просто отблеск какой-то был. Так, ну кубик не надо. Вряд ли он этому обрадуется. Вот короля я возьму. Он же у нас типа король. Поэтому вот. Все для тебя, малыш. Лишь бы ты не грустил. Так, ага, плюшевый малыш на месте. Ему, наверное, нужен плюшевый малыш. По голове немножко получил. Так, на стул. На стул я сесть не могу. И давай я тебе опять накидаю вот этих всяких. Мне, как говорится, не жалко. Мне для малыша ничего не жалко. Все. Сиди. Давай, спи. Отдыхай. Вон тебе куча игрушек, что еще тебе надо? О, смотрите, найдите что-то поесть, может быть, сырный тост. Ну, теперь эти слова обретают смысл. То есть, если помните, в прошлый раз у нас практически вот тут сырный тост. Ну, как бы это. И заканчивалось этим все. То есть, дальше, по идее, это был бы конец игры. То тут, смотрите, мы реально можем сделать себе сырный тост. Ой, зачем я с собой-то закрыла? Так, а как мне его приготовить? Я, ребят, как бы умею готовить, ну, бутерброды. А, ну я не понимаю. Так, так, добавьте начинку. Сыр. И еще один хлеб. То есть мне только сыр надо? Нет, я хочу еще и с колбасой. Я не согласна только сыр жевать. Че, я не могу себе позволить, как говорится. Так, что еще? Это я открыла? Я не открывала. Так, да что эти куклы врачей, чуть не сказала, роботов, бегают за мной? Так. Так, и вот это я положу. Так, и вот это еще положу. Да уйди ты, глаз. Так, а сыр, а яйцо можно взять? Начинку добавить. Ну, допустим, добавили. Так, все, больше я ничего не хочу. Да. Все, сделать тост. Ну-ка. Ой, ребят, у меня сейчас слюнки потекут. Что? Ну вот, ребят, началось. Началось. Покорми малыша, чудовище. Вот, ребят, началось. Ой. Ладно. О, и вот тут освещение поменялось. Раньше никакого голубого освещения тут не было. Так, сейчас меня телепортнет, да, куда-нибудь? О, смотрите, мы реально в холодильнике, тут все холодное. Холодильник-то наш расширился, а теперь это лабиринт. Если раньше он просто был как бы как туннель, то теперь это еще и лабиринт. Ой, коробочка с китайской едой, ребят. В мультфильмах Disney Pixar часто появлялась. Так, опять эти куклы-врачи. Они за мной по пятам бегают. Я вам говорила? Так. Так, а где наша квартира? Я забыла, где я живу. Я забыла себя, я... О, господи. Смотрите, как он зол. Реально, эти куклы врачей по всему дому раскидались. Вот, посмотрите. Да успокойся ты, маленький монстрик. Давай, идем. Пошли со мной. Давай, садись. Давайте, возьмем бутылочку. Бери. К
Кстати, ребят, насколько я знаю, вот единственное, что я узнала из той... Ну, я не смотрела целиком прохождение, а я видела только кадры. Ну вот, а еще и шкафчики у меня на кухне поломались. Малыш, ты смотри, что ты с моей кухней натворил. Придется ему все-таки наказать. Вот единственное, что я поняла из этой игры, что тут можно сделать. Сейчас я, ребят, вам покажу. Я думаю, малыш заслужил наказание. Тем более, видите, он грязный. Эх ты, малыш, я для тебя так старалась, и сказки тебе читала, и игрушек для тебя кучу, и развлекала тебя как могла, и еду тебе, а ты что натворил? Спалил мою кухню. Так что, ребят, малыш, придется тебя наказать. Так, где-то тут у нас было орудие наказания. Вот оно. Ну-ка. Так, погодите, а как его? А как его, ну? Ну, я же знаю, что его можно было. Вот я помню, что как там можно малыша в стиральную машину засунуть. Не понимаю, как. Вот, наверное, да? Ну-ка. О, господи. Центрифуга, ребят. Мы тебя готовим в космонавты, малыш. Ты у нас космонавтом станешь. Хочешь быть космонавтом? Ну все, готов. И смотрите, ему... Ой, господи. Ой, господи. Ты в порядке, а? Все, ты в порядке? Как тебе понравилось? Я знаю, что тебе понравилось. Вот кто еще с тобой так развлекался? Так, давайте снова ключик возьмем. Так, малыш, ты мне тут ключик мешаешь взять. А как ключик взять? Ну хорошо, давайте тогда его вот сюда посадим. Нет, я не хочу. Давайте аккуратно его. Вот, посиди пока на полу, а я все-таки возьму еще раз ключик. Я знаю, жалко, вот малыша нельзя сюда с собой взять. Нельзя ведь? А давайте, может, можно. Все, малыш, твое наказание закончено. Я тебя прощаю. Ну-ка, можно с малышом прямо? Можно. Ой. Ну ладно, уронили, вроде не расстроился. Смотри, малыш. Я тебе новую комнату для игры нашла. Новую игровую комнату. А что он заревел-то? Типа то, что я его это... То, что я его бросила. А, нельзя сюда с малышом. Понятно. Зря только я сюда зашла. Надо было лучше идти туда. Приближается черное окошко. Да, мы знаем, это анонс. Будет в 2022-м. Ну чего, чего? Пойдем. Давай я тебя еще раз в стиралку засуну. Может, тебе повеселее станет. Может, реально он развеселится. Видите, в прошлый-то раз он развеселился. Может, он и в этот раз развеселится. Так. А, вот как, наверное, надо. О, господи, смотрите, какие кадры, ребят. Смотрите, снова его. Вот в этот раз лучше как-то. Смотрите, ребят, дела обстоят. Ой, у него глаза. Опять глаза крутятся. Все, готово. Ну, я же говорю, ему весело. Он у нас такой нестандартный. Нестандартное развлечение любит. Ну, сейчас он его отпустит. И мы пойдем, короче, умываться. О, дверь в комнату заперта. А ты что заперся, кстати? У тебя там секреты какие-то от меня, что ты заперся? Я вот говорю, до сих пор удивляет, почему малыш так странно одет. У него есть носочки, есть варежки, есть свитерочек, но при этом нет штанишек. Немножко странное какое-то одеяние для ребенка. То есть, если у него есть вот это все, почему бы у него тогда нет штанишек? Так, поменять пеленку. Ну-ка. Серьезно, ничего. Боже ж ты мой! Ну, в принципе, я ожидала чего-то подобного, но все равно, ребят, это было неожиданно. Ой, меня игрушки бьют. Разбить защитное стекло. А, подождите, я поняла. Мне нужно взять ту соску. Быстрее, быстрее, соска, где она? Да, господи, подожди, друг мой. Так, разбиваем стекло, берем соску.
Быстрее, малышу, малышу. Это, короче, вместо талисмана. Раньше у нас талисман был. А теперь вот. Все. Успокоили. Смотрите, какой он мирный стал. Какой миленький, спокойненький. Это замок ему на рот, чтобы он всякие заклинания не читал. Отнести в туалет? А в смысле, что в туалет? Он покакать хочет? Или куда его? Не поняла. Открыть кран, его помыть, типа? Кстати, я не помню, чтобы раньше можно было кран открывать. Ух ты, смотрите, вода черная. Ну, отнесла в туалет, и чё? Ух ты! Мне его что, в унитаз предлагаете смыть? Да нет. Нет, ну реально, и что делать? Неужели в унитаз? Да, ребят, я не понимаю, а как? Ну, отнесла я в туалет, и что дальше? Так, ребят, я не понял, а что делать? А чё, а как? Неужели правда его в унитаз? Но если в унитаз, то я не понимаю, как. Ну, типа, мы малыша обезвредили. Чё дальше? Ой, господи, ребят, кадры-то какие. Ну, как мне его отпустить-то? Так, что-то мне непонятно немножко. Может, его посадить надо? А чё вода-то черная? Что с водой случилось? Ну и чё? Ну, отвела я в туалет, и чего? И что? Дальше-то как? Смотрите, ребят, он светится, я его к лампе поднесла. Ребят, продолжаю записывать прохождение игры «Малыш в желтом» после небольшого перерыва. Короче, ребят, поздравьте меня, но я тупенькая. Мне, в общем, пришлось все-таки в интернете посмотреть видео, ну так, мельком прохождение. И, короче, я неправильно, оказывается, все делала. Ну, не я одна, это те, кто проходил, тоже на эти же грабли наступали. Кажется, не в тот туалет. Нам надо было его, оказывается, всего лишь отнести наверх. Как в случае и с предыдущей... С предыдущими версиями игры. Так, сказка. То есть ему надо сказки почитать. А, видите, он опять улетел. Успокойте малыша. А как его уже успокоишь? Положите в кроватку. Ложись, давай. Давай сказку тебе лучше прочитаю. Положите в кроватку нужную игрушку. И да, ребят, я, кажется, кое-что поняла. Нет, видите, ему не нужна эта игрушка. Может, кошку хочешь? Нет, ребят, я знаю, что нужно делать. Я уже это видела и уже поняла. Но я просто, ребят, специально так показываю. Так, теперь возьмите книжку и сядьте. «Принц и овца. Последняя, третья сказка». Давайте, почитаем ее. Во дворце было холодно, в небе ярко блестела луна.
Ветер дул и дул. О нет, шторы широко раскрылись. Маленький принц лежал в кроватке, не мог заснуть. Он попросил маму: «Сходи, найди мою овечку». «Я голоден», — сказал принц. Овца подала напитки. «Я испачкался», — сказал принц. Овца дала ему одежду. «Я устал», — сказал принц. «Давай я тебя посчитаю. Раз, два, три». Ну, реально на маленького принца похоже, только там не было так страшно. «Еще кое-что», — сказал принц, — «пока я не заснул». Он открыл свои большие красные глаза и повернулся к овечке. «Приходи ко мне во сне, останься навечно в моей голове». Овечка постепенно повторно сделала шаг вперед, охваченная ужасом. Господи, ребят, посмотрите, что с младенчиком случилось. Реально стала походить на маленькие кошмары игра уже. Ой, а тут что за адское наречие? Ой, игрушки. Ребят, на меня напали игрушки. Малыш, ты у нас типа темный властелин, но не зря же он принц. Книга явно про него. Я поняла, ребят, кто наш малыш. Он сын Люцифера, короля ада. Знаете, Люцифер, король ада. Доброй ночи. Ну, спасибо. Только как теперь можно после такого заснуть? То есть, ребят, да, я кое-что поняла с этими игрушками. Помните, я в прошлый раз просто скидывала ему в кроватку все игрушки, какие находила. И у нас какое-то время был... Ага, побег доступен. Беги за белым кроликом. То есть, да, ребят, сейчас я да расскажу. То есть, я в прошлый раз просто накидывала игрушки. И у нас в какой-то момент появился такой, ну, пунктик, типа, положи нужную игрушку. И я, кажется, ребят, немножечко поняла. Видимо, тут по принципу, про кого сказка. То есть, когда мы рассказывали сказку про кота, про кошку, нужно было класть плюшевую кошку. Когда про кролика, клали плюшевого кролика. А когда у нас дошла сказка про овечку, очередь до сказки про овечку, мы положили плюшевую овечку. Ну, как бы, ребят, так я поняла, да. И еще, ребят, мне кажется, опять-таки, мои только предположения... Не просто так вот эти, именно кошка, кролик и овечка. То есть у нас уже было обновление кролика, будет, вернее, скоро обновление черной кошки. И какое же будет обновление? Неужели будет что-то связанное с овечкой? Ну, потому что не зря же, как говорится, у нас еще третий персонаж — это овечка. Это, видимо, лучшие друзья нашего младенчика. Итак, ребят, я уже подумывала... заканчивать на этом это прохождение, потому что, ну, я не знала, стоит ли снова заново проходить вот эту последние две главы. Это вот Пикман и Побег. То есть белый кролик, которого я уже когда-то записывала, где-то под Новый год. Ну, или после Нового года, я уж не помню. Или до даже Нового года. Не помню, ребят, короче. Давно было. И вот думала, стоит ли перепроходить его второй раз. То есть думала, появилось ли там что-то новое или нет. Но так как, ребят, у нас же еще много чего недоделанного осталось. Видите, у нас собрана только половина душ, мы не разблокировали кое-что и не воспользовались вот этим шляпками и даром врача. То есть что за дар врача? Подарок от врача какой-то. То есть мы это... И вот я думала, неужели на обновлении с белым кроликом вот оставшиеся души? Оказалось, да, так и есть. Я уж, ребят, извините, пришлось мне немножко, ну, забежать вперед, и я посмотрела в интернете прохождение. И оказалось, да, оставшиеся души там. Ну и как бы, ребят, давайте поэтому, не буду я тогда заканчивать, пройдемте уж, как говорится, главу. Так, погодите. А, точно, точно, ребят, я опять забыла. Нам же ночь 3 надо, чтобы перейти, видите? Побег доступен, идите за белым кроликом. Вот у меня, ребят, тот же, в прошлый раз то же самое было. Ну, конечно, видео будет немножко объемнее. А хотя, ребят, давайте все-таки, знаете, что сделаем? Давайте все-таки разделим, а то видео и так уже достаточно объемное получилось. Так что давайте, сейчас я прекращу запись и продолжу, скажем так, уже новое видео, уже про главу «Белый кролик», но обновление. То есть «Белый кролик», часть 2, новый «Белый кролик». Так что, ребят, я не прощаюсь.